на канале «Россия-1» продолжается премьерный показ мелодрамы «Ключ от всех дверей». В сюжете 5 и 6 серий, выход которых ожидается 1 декабря, мы увидим, что к Ане обращается ее давний знакомый Дерябин, которому она несколько лет назад помогала подбирать персонал. У Дерябина проблемы с управляющим Леонидом. За последнее время тот сильно изменился, стал пить, работать спустя рукава, а недавно из сейфа пропали деньги. Ему грозит увольнение. Она берется помочь Лене, но достучаться до него нелегко. 6 серия. У Анны новый клиент, хирург Павел. У него претензии к молодой жене Нине. Павел предоставляет психологу целый список ее недостатков. Однако Анна сразу понимает, в чем на самом деле проблема. Павел – домашний тиран, а его брак и карьера висят на волоске. А тем временем директор крупной компании Владимир Новиков, недавно нанявший Анну вести бизнес-тренинги с его сотрудниками, бесследно исчезает. Премьера новых серий состоится 1 декабря на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.